Крещается раб Божий Петр, рабе Божией Екатерине, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчается раба Божия Екатерина, рабу Божьему Петру, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчай. Минуэт. Танцуют Петр Федорович и Елизавета Петровна. Ваше Высочество, позвольте вам представить, Михаил Васильевич Ломоносов, единственный русский ученый во всей Академии наук, поэт и драматург. Хочу поздравить вас от имени ученых и пригласить вас с Петром Федоровичем в Академию наук, ежели будет интерес. Благодарю, Михаил Васильевич. Мы с великим князем будем рады воспользоваться вашим приглашением. Благословите, ваше Высокопреосвященство. Прекрасная пара. Екатерина, Петр, не правда ли? Что за кривляния негодные? Таких танцев даже при Петре Алексеевиче не выводили. Сегодня у них счастливый день. Не каждой женщине счастье в 17 лет пойти под венец с любимым мужем. Иные и в 35 без венца. На себя изволите разговор перевести, государыня? Пользуюсь вашим благодушием. Вы императрица, Господом Богом России данны, миром на царствие помазанное. Негоже нашей церкви пустой грех ваш посвящать.